чем компания Oriflame. Такое понятие бренда, где оно существует? Оно существует в первую очередь в головах. Не пропишешь его, не зафотографируешь. Его можно только представить. Бренд – это то, как люди воспринимают компанию. Самый простой пример. Давайте для понимания. Да, у каждого из вас есть свой личный бренд. У каждого из вас есть свой личный бренд. Я говорю, Людмила Карандашова. Те, кто ее даже не видит, она сидит тут, пожалуйста. Но вы уже раз и образ, картинку себе нарисовали. Правильно? Я говорю, Наталья Фоменкова. И вы образ и картинку уже нарисовали. Каждый из вас, каждый человек имеет свой собственный бренд. И компания тоже хочет иметь свой собственный бренд. Это самая сложная работа, которая нам с вами предстоит в ближайшие годы. Мы об этом как-то сильно не задумывались. Но вам честно говорю, вот выйди на улицу и спроси, Oriflame. И вам вы услышите массу всего. Вчера Наташа вам рассказывала, да? Ну, слышали, знаем. А начинаешь глубже копать, а что слышали, а что знаем. И реально понимают, кто-то ходит с каталогами, какие-то тетки с сумками, где они теток нашли сумками, я вообще не знаю, уже 100 лет их нет. Да, когда-то курьеры ездили, да, это было, но это было 18 лет назад. И у каждого свое представление. А мы хотим, чтобы люди конкретно знали о том, что мы предлагаем. Люди конкретно могли ответить, что это та компания, которую миссия воплощать мечты, это та компания, в которую я могу прийти, выглядеть хорошо, зарабатывать деньги и получать удовольствие. Это та компания, которая поможет мне и моей семье сделать, быть богатым и успешным, если я хочу начать свой собственный бизнес. Потому что на самом деле это серьезная работа. Как всем вам известно, на принятие решения о том, что купить губную помаду, по статистике уходит порядка 30 секунд. 30 секунд, да, увидела цвет, купила. Все. Но понятие о том, чтобы купить машину или принять решение, чтобы пойти по плану успеха, на это необходимо времени немного побольше. Для этого необходимо поговорить с человеком, рассказать ему о нас. И мы хотим, почему мы сейчас продвигаем wellness, почему мы продвигаем наши серии Knowledge, почему мы продвигаем сессии. Потому что мы хотим донести огромному количеству людей понимание, правильное представление о нас. Правильное представление о нас, как о косметической компании. Представление о компании, которая дает возможность людям расти и развиваться. Факты гордости Oriflame. Есть целая огромная презентация. Она порядка из 80, по-моему, слайдов состоит. У нас, у региона, Центральной России, есть общий диск, Google диск, в котором мы выкладываем все материалы, которые доступны для каждого из вас, где вы можете взять, войти, скачать любые презентации для каждого из вас, где взять ссылку на это. В каждой подписи наших менеджеров по продажам, у Кати, у Оли, у Людмилы, у всех в подписи стоит ссылка на этот диск, где хранятся все материалы. Я рекомендую вам зайти туда, посмотреть, что там есть. Взять эти материалы для себя, и зачастую люди говорят, а где это можно скачать? Пожалуйста. Можно войти на наш сайт, можно посмотреть на нашем сайте. Там огромное количество материалов. Там есть навыки успешного консультанта, там есть навыки успешного лидера, там есть сейчас навыки успешного онлайн-лидера. Кто из вас вошел, посмотрел, попробовал, по крайней мере, прошел обучение? Молодцы. Те, кто еще не зашел, домашнее задание вам. Обязательно изучить тот сайт, с которой компанией вы работаете. Это очень важно. Для вас все материалы там есть. Факты гордости. И вы знаете, здесь я сделаю акцент на нескольких вещах. У нас лучшее предложение на рынке для продавцов и потребителей. И это скидка на любой заказ, мы вчера об этом говорили. И это выгода с каждого заказа. Пожалуйста. Мы предлагаем с каждого заказа, с первого заказа мы уже предлагаем выгоду. Если говорить в целом о плане успеха, это вообще уникальная волшебная книга, это устав компании, ну устав, я бы так громко сказала, устав для каждого из вас.
устав вашего бизнеса. Кто, молодежь не считается, конечно, а кто из вас когда-то был, ну не знаю, комсомольцем? Вы были такие? А как? Были такие. Пионерами были, да? Ну, комсомольцы, я это точно помню. Прежде чем тебя принять в комсомол, надо что было выучить? Устав. Устав. И ты приходил, и тебя еще тестировали, достоин ты или недостоин, понимаешь? Так это для чего? Чтобы платить комсомольские взносы, тебе значок на грудь повесили. Но идея-то была в принципе хорошая. На самом деле, вот это, знаете как, это объединение людей в определенное сообщество, оно всегда дает очень хороший толчок. Да? Соединяют людей в сообщество религиозная организация, вы знаете это, да? Люди идут одним направлением веры, правдой служат, да, и так далее. Потом это все у нас убрали в нашей стране и думали, куда людей объединять? Ну давайте, там октябрята, там, кто они там, пионеры, комсомольцы, партийцы и так далее. Тоже людей в сообщество. А сейчас что происходит? Сейчас у нас нет такого понятия, где люди, как они объединены. Так у нас с вами потрясающее сообщество успешных предпринимателей и людей, которые любят косметику, да, мы это можем с вами сделать. Люди хотят присоединиться к этим сообществам. А для этого у нас вы должны выучить план успеха. Это очень важный момент. Почему план успеха вам важно выучить? Топовые лидеры не подсказывают. Максимальная премия, которая есть у нас в плане успеха. 1 миллион долларов. 1 миллион долларов. А кто из вас хочет миллион долларов? Я. Есть такие? Отлично, молодцы. А теперь у меня следующий к вам вопрос. А знаете ли вы на пути к миллиону долларов, какую сумму вы получаете единовременными премиями? До миллиона. Вы не хотите миллион, мои дорогие? Знаете почему? Потому что вы не знаете, какую сумму вы получаете на пути к вашему миллиону. Если вы гипотетически, я хочу, ну и бог с ним, а зачем ты его хочешь? Положили в банк, так в банке деньги уже лежат. Деньги хотят работать, они хотят двигаться вперед. Они хотят как-то прийти к вам в руки, понимая, для чего они вам нужны. Как только вы поймете, зачем вам он нужен, а давайте вот мы теперь с вами еще выучим, это будет еще одно домашнее задание вам, просто выучим. Давайте посмотрим. Лучший план успеха. У нас скидки объемные от 3 до 22%. То есть вы легко людям можете сказать. Наша скидка от 3 до 22%. У нас есть 6 бонусов. Вы должны их тоже знать. 6 бонусов. У нас 17 новых званий в плане успеха. 17. Не так уж и много, честно говоря. И у нас с вами, если сложить все единовременные выплаты то по плану успеха, вот эти, за новые звания, то вы получаете, что у нас 2 миллиона 167 тысяч 500 долларов США. Только единовременными выплатами вы можете заработать.